как же я устала. Это уже третий переезд. В своей жизни уже было больше переездов, чем девушек. Ага, ровно на 3 больше. Ну чё, нормальная конура для одинокого волка. Алина, подожди. Давай перед тем, как мы заедем, ты мне пообещаешь, что мы в этот раз не потеряем квартиру по твоей тупости. Послушай меня, ты популярный блогер. Ты можешь позволить себе менять квартиры, как перчатки. Кто тебе такую чушь сказал? А, ну да, согласна. С каких-то пор ты популярный. И при чем это тут моя тупость? Хей, что делаешь? Пытаюсь приготовить яичницу. А что? Нет. Это не тупость. Я просто хотела показать свои кулинарные способности. И этот наш переезд будет намного веселее, чем предыдущий. Закатим шумное новоселье. Слушай, ты хочешь и эту квартиру гробить? Давай без вечеринок в этот раз. Ты когда это таким нудным стал? Вот я и ботан за. Ботан? Ботан! 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 Зачем вы давите на меня? Вы же знаете, какой я слабохарактерный! Давай-ка я лучше схожу в магаз за чипсами, ты скачаешь ужастик, посидим втроем вечером, посмотрим. Ну, тоже вариант. Идет. Отлично, тогда я в магаз. А, слушай, тебе с сыром или... Упс, не удержалась. Ох, девчонки, такие девчонки. Убирай все, никакой вечеринки не будет. Как это не будет? А вы-то как нас нашли? Как нашла? Ну, Оливия вчера позвала. Ну, наливайте, показывайте, как живете. Это, кстати, как тебе? Короче, ребенок, за которым я смотрю, пришлось его с собой взять. Он уже 2 дня ничего не ел, так что есть у вас что-нибудь в холодильнике? Слушайте, а ничего так квартирка-то? Ипт! С новосельем! Я вывел формулу идеального новоселья. Там, откуда я пришел... Мальчик, там, откуда ты пришел, есть пивасик? А то у тебя голова болит. Да у тебя сейчас не только голова болеть будет. Ну все, тварь! Иди сюда! Мальчик, подожди, да я поснимаю. Ты не умеешь снимать. Да, ты просто не знаешь, кто я. В том-то и дело, что знаю. Отдай! Вы чё приперлись сюда? И как вы меня нашли? Так ты что, ли, каждый свой шаг выкладываешь. Мы даже знаем, что это 23 градуса. С новосельем. А ну пошли вон отсюда! Я всё долбый! Вот! Получай, тварь! Отвали от меня, дура! Да, боже, прекратите! Вы мне мешаете учиться! Значит так, всем добро пожаловать! Ты, няня, сидишь вон там, а ты, барменша, сидишь с ней и подливаешь ей. Вы сидите здесь вместе с Оливией. Ботан, ты тоже туда. Ты... Блин, я не знаю, куда тебе, я тебя вижу раз в 2 года. А ты, мальчик, отдаешь мне камеру, идешь в другую комнату и играешься там. И как заявил в письме аноним, это будет самый крутой переезд. Наш канал не смог отказаться от такого предложения. Это что, мой подарок? Запах хорошо остав. Спасибо все, что пришли. Вы все очень дороги для нас. Оу, и даже мы? Да-да, и даже вы. Давайте этот вечер пройдет весело и без ссор. Ура! Да, я тоже это помню. Было вообще угарно. Как ты здесь это? А
Мальчик, слушай, дай-ка ее сюда. Да, ну какая разница, это ж видеокассета. Ее же даже смотреть сейчас не на чем. Как-то не на чем. Мы Оливии подарок подарили. Не трогай малого, а то мне не заплатят. Ой, ну подумаешь, один денек трезвая походишь. Чего ты сказала? Иди сюда! Пошла. Отдай, лохушка. Ах ты, чмо мелкое. Ну все, тварь. Ну вот и началась основная программа мероприятия. Все продумано до мелочей. Постановочные бои прекрасны. Пошел в жопу, мальчик. Наконец-то я узнаю их правду. Ошибаюсь, мы их нашли. Не в этот раз! Я чудо лови! Yes. Наконец-то! Я так давно хотел узнать это! Всем привет! То, что сейчас произойдет, это будет полная жесть. Да, Оливия? Да. Давай на счет три. Раз, два, три. Что? Что произошло? Какого? Что это? Вот это переездик вышел, как я и говорила. Кстати, а ты подписан на канал, чтобы не пропускать самые новые видео? Если нет, то подписывайся. Ну а я пошла вызывать скорую Брайну.